21 июля Заинский район с рабочим визитом посетил зампремьер-министр Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зибаров. В программу визита вошло посещение полей зерновых культур и сахарной свеклы, сортового участка, а также объектов агропромышленного комплекса Заинского района. Урожай этого года в Заинске обещает вновь выйти на передовые позиции в республике. Уборочная страда стартовала на прошлой неделе. И если в прошлом году урожайность зерновых показала 47 центнеров с гектара, то обмолот на первых участках показал в этом году до 60 центнеров с гектара. Первым объектом стал агропромышленный парк «Зай», открытый 2 года назад. Он стал хорошей поддержкой для фермеров, задействованного в крестьянско-фермерском и личном подсобном хозяйствах. Сейчас он набирает популярность населения благодаря экологически чистой продукции. Агропарк нам дал более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Если мы раньше, допустим, мясо покупали, продавали, мы ее сейчас перерабатываем. То есть овощи перерабатываем, крупы закупаем. И фасовка вся здесь? Все здесь, да. Министру показали работу торгового зала, производственных помещений, мясного цеха, цеха сыпучих продуктов, лаборатории. Парк постепенно расширяется и сейчас работает над вопросом своего овощехранилища. Благодаря открытию парка были созданы десятки рабочих мест. Еще одним объектом стало Заинское хлебоприемное предприятие. Сегодня здесь все готово к приемке зерна нового урожая. Открытые пару лет назад заинские элеваторы хлебоприемное предприятие обеспечат хранение до 280 тысяч тонн зерна. Хлебоприемное предприятие примет 110 тысяч тонн зерновых, рапса и технических культур урожая этого года. Посещение завода «Заинский сахар» началось с Кагатного поля, где сегодня завод применяет передовые технологии, обеспечивая тем самым высокое качество сырья. Полностью весь комплекс предполагает как продольное опрокидывание, боковое опрокидывание, так и фронтальное. МБУ 200, 200 тонн в час мы можем на ней, значит, принимать сахарные соки. С прекрасным коэффициентом очистки до 50%. Уборка сахарной свеклы в Заинском районе планируется в ранние сроки, ориентировочно 12 августа. И 15 августа завод планирует начать сезон по переработке сахарной свеклы. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.